Всем привет, продолжаем свою серию. Собственно, погнали, ребята, поиграем в StarCraft 2. Гоняем мы тремя билдами, три алына до грандмастера. Пока что у нас 3500. Пока что мы непобедимы. Собственно, показываю матч history. Повторы всех игр на бусте, ссылочки в описании. Смотрите, заглядывайте. Вот они, три алына, кстати, базовых. Пока что еще не переработаны, потому что мы не проигрывали. Как только мы начнем проигрывать, они начнут перерабатываться в какие-то другие алыны, какие-то другие тайминги. Посмотрим. В этом, собственно, я думаю, интерес данной серии конкретно. Вот. Напоминаю, ребят, еще после Нового года буду в переездах, поэтому подписывайтесь на Boosty. Если мы там соберем достаточное количество человек, я смогу делегировать этот контент, соответственно, немножко его распылить, чтобы он весь не ложился полностью в продакшн на меня. И, соответственно, будет канал активнее работать, будет больше контента, больше идей, круче идей. Они все есть, нету времени их реализовать на данный момент. Вот, поэтому... Поехали гонять. ПВП. Я думаю, я уже должен начать проигрывать ПВП. Прям должен. Если что, это не залагал, я просто тапнулся посмотреть прошлый видос, там сохранился мой лимит. Ну что, смотрим. Всегда начинать с этого именно газа. Потому что если соперник придет его, естественно, отменять, то он придет снизу именно на этот газ как раз таки. Этим рабочим давайте вот так вот по краешку проходим, смотрим фотоночки. Вроде нет фотоночек. Соответственно, можно буститься. От Оракла у нас робочка. Сейчас пилон будет ставить. Ну и пока что будем пробовать ходить сталкерами вперед. Давайте посмотрим, тут у нас может кто-нибудь уже прошмыгнул. Не, никто не прошмыгнул, стандартный вообще скаут у него. Не понял, куда делась пробка вражеская. А вот и он. Нексус готов уже, но там два сталкера. Что бы это нам говорило? Ну, во-первых, что это будет два гейта, во-вторых, что это достаточно быстрый Нексус. То есть мы можем просто бустить пробок на данный момент и продолжать строить свой алын. Из сильных сторон моего билда против его билда конкретно
Йонгу валю. Ну, вообще моего билда в целом, да. То, что мы не скипаем пробок, а в целом их строим. Таким образом, у него вроде хоть и полный Nexus сейчас, но у нас тоже сейчас будет уже, в принципе, полный. Два сталкера с одного гейта у него построились. И на данный момент непонятна технология. Скорее всего, это будут имморталы, скорее всего, это в стенке роба. Да, так и есть. Еще один буст Нексусы. Квангмури пучокабнида. Квангмури опненде чакку илман шикилэйо? И наполняем потихонечку. Квангмури дэчурун бульганыгабнида. Квангмури пучокабнида. Газы. Квангмури опненде чакку илман шикилэйо? I return to serve. Квангмуль 대출은 불가능합니다. Квангмури 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Квангмури 부족합니다. Квангмуль 대출은 불가능합니다. Energy up! Квангмури 부족합니다. Квангмури 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Квангмуль 대출은 불가능합니다. И все, идем в атаку. Ну все по плану. Как он у нас и был. Квангмури 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Аварпаем зелочков. Квангмуль 대출. Третья база идет. Ну супер. Что по армии там? Армии не видно. Естественно, он еще и выходит в пуш под это все дело. I'm here in the shadows. Ancient. Квангмэги 바닥났습니다. Бах-бах. Вот так вот. Давайте посмотрим, что нам интересно. Нам интересно его экономики. Как они сталкиваются с нашей экономикой. Почему так произошло, интересно. Один гейт, два газа. И Nexus, соответственно, из этой же ситуации. Поэтому у него появляется два сталкера. Скорее всего, второй под бустом, да. Поэтому у него есть сталкеры отбиться от первой атаки. Потом у него появляются батарейки к второй атаке. Как бы, если там третья атака, там Immortal выйдет. Ну и все, все вроде бы у него окей. Ну, Алын сильный. Immortal'ы как бы хорошо держат удар. Затем у нас появляются два шарика, которые делают жах-жах и все. Так что погнали, погнали, погнали. Продолжаем смотреть, что там
нам предложат. Помню этого Терана. По-моему. Похоже, Ник был в прошлой серии. Который с одной базы там. Такая, не помню. Да, с одной базы такие невидимые мины, по-моему, он делал. Если я не ошибаюсь. Смотрим, что в его арсенале еще есть за стратегия. Если есть. Либо опять он будет то же самое играть. Ну, если то же самое меня все устраивает. Либо это один из тех, кто блочит Нексусы. Нет, Нексус поблочили, по-моему, челы, которые не играют за Терранов, такие рандомы в основном. Кстати, это тоже можно блочить. Ну, мне в любом случае ничего не меняет, с точки зрения стратегии. Даже не пойду смотреть. Сейчас пойду газ добывать. В принципе, можно, наверное, отменять будет Зилука. Немножко накосячил с таймингами. Пока не отменяем. Дойдем, посмотрим все-таки. Понравился мне робот чуть раньше. Пангури, пучокамнида. Пангури, омненде, чакку илман шикилэйо? Коги маттагу сенгакасэйо? Пангмуль дэчурун бульганыгамнида. Пангмури, омненде, чакку илман шикилэйо? Сыграем небольшой такой предикт. Обсерверов дома будем оставлять. Будет намного проще отбиваться, соответственно. Энергия пужокамнида. I'm here in the shadows. И это же страта, абсолютно, абсолютно та же самая. Соответственно, нам надо дождаться, куда пойдет атака. Давайте поставим сразу фаргу. Просто спокойно отбиваться. Пангмуль дэчурун бульганыгамнида. Пангмуль омненде чакку илман шикилэйо? Пангмуль пучокамнида. Пангмуль дэчурун бульганыгамнида. Так, тебе надо все сделать, чтобы было ровненько.
없는데 자꾸 일만 시킬래요? 광물 대출은 불가능합니다. 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Let your will be. 광물이 부족합니다. 광물 대출은 불가능합니다. I return to serve. 광물이 부족합니다. 광물이 없는데 자꾸 일만 시키네요. Prismatic core online. Gas. Заранее прям поставим призмочку, будем сразу не доварпывать. Пангмуль течур. Prismatic core online. 광물이 부족합니다. 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? 광물 대출은 불가능합니다. 우슉 выходит. 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? погнали. I'm here in the shadows. 수정탄 막히면 미래가 없어요. I'm here in the shadows. My life for hire. Ну, то есть тот же чел. Лютый алынский пуш получается у парня. Очень-очень забавно он пытается отступить, когда на него наступают. Сужонтабы спланасе. Что там по минкам? Ну, обычно у таких чуваков есть минки. Этого нету. Без разницы тогда. Джи-джи. Алмазик 2, ребята. Алмазик 2. 3500 ММР. Суть, последние 1500 ММР у нас остается. И я хочу сделать, так как у меня идет череда супер побед этими билдами. Сейчас гайды по этим билдам. Соответственно, вы их увидите в ближайшей неделе. И... будет Новый год. Соответственно, после Нового года, ребята, буду смотреть, как у нас на бусте собралась нас бригада, так сказать, чтобы контент поддерживать. Или нет. Вот, поэтому с вами был Тед. До новых встреч. Будем смотреть.